Вот уже настало время опять прощаться с Питером. Провела дома где-то чуть больше недели. Здесь тренировалась на станке, крутила в зифте и ходила в тренажерный зал. Сегодня у меня вечером уже второй самолет в Турцию. 9-10 стартуем там гонки. Вот сейчас до вылета у меня остается еще 1 час. Решила, так сказать, воспользоваться с привилегиями своей золотой карты и сходить в бизнес. Я уже нахожусь в Турции. Вчера был достаточно таки сложный день, 2 перелета, и один был такой ночной. Мы приехали около часов 2 ночи в гостиницу. Хотела вам рассказать немножечко про бизнес-салон в Аэрофлот в Пулково. Значит, что там есть? Там есть достаточно зоны отдыха, душевые кабинки, есть такие места, где, допустим, ты можешь, прям у тебя отдельный телевизор, ты сидишь, смотришь его. Также несколько рабочих столов со своим, ну, с персональным компьютером. Очень, если честно, удобный, мне очень понравилось, особенно когда большие длинные пересадки, особенно с золотой картой вообще никаких проблем нету. И как я ее накопила, это мили. И с золотой картой можно проходить еще одному человеку. Еще одного человека можно брать с собой. Вот. Насчет Турции. Завтра, послезавтра мы стартуем гонки. Вообще, вот в гостинице, в которой мы живем, владелец этой гостиницы, он же является организатором этих стартов. По трассе вообще точно такая же, как и в феврале была, только единственное, одни поменяли местами. Сначала будет равнинная гонка, потом с небольшими горками. Хотела показать вам, что нам еще выдали. Еще такие резиновые дождевые обтекатели. Крыло такое маленькое. И вот тоже дождевые. Нет? Все, ладно, я тогда пошел. Ну, давайте. Ты потом вот эту кнопку можешь выключить. Вот эту. Ага, ну мы что-нибудь придумаем. Ага. И потом мне скажешь о результате. Ладно, ладно, хорошо. Я через 20 минут подойду. Давайте попробуем. Без 20. Ну, я, может, поменьше. Я, ну, может, не буду прям 20 минут. Будет, да, есть вообще как бы действие. Не, ну, видишь, они... Ну, понятно, да. Не молодец. Я хоть попал. Смотрите, такие у нас новые штуки есть. Купили такие штамп на команду. Так вот там подключается к розетке. Такой вот чемоданчик. Вот это же сундучок, не знаю, что это, ящичек. Тут, в общем, по трубам водичка течет холодная. Одеваются они, в общем, полностью как штаны. Вот тут вот молния, все расстегивается. Внутри они все, знаете, вот из таких вот пупыречков. Поначалу, когда включаешь эту штуку, чувствуешь, как она сдавливает тебя ноги. Потом просто холод ощущается. Вещь такая абсолютно... для меня новое, вообще даже я, честно, не знаю, что больше вам про нее рассказать, потому что первый раз с этим столкнулась. Буду изучать, пробовать и расскажу, как свои ощущения и ощущения, впечатления об этом. Покажу вам штаны получше, поподробнее. Вот название, сайт. Размер М. Значит,
внутри выглядят они вот так вот. Тут подсоединяются трубочки. В трубочках вода. Значит, создается давление, ноги сжимаются. Вот такой аппарат. Вот кнопка включения-выключения. Здесь подключается провод, соответственно, к питанию. Без розетки она не работает. Примерно минут 20 нужно в них лежать. Я вот только что попробовала, знаете, после чего вот у меня такие впечатления, как будто бы, вот, допустим, когда вы идете в баню, и после чего делаете, да, себе, ну, под ледяной водой делаете себе контраст. У вас такое чувство легкости, но при этом такое, знаете, вот чувствуется расслабление, расхлябанность такая даже небольшая, я бы сказала. И ноги такие прям, как сказать, чувствуешь легкие, ну и в то же время прям чересчур расслабленные. А после вот этих вот штанов такой, знаете, эффект легкости, но при этом чувствуется тонус в мышцах. Вот, а по первому своему ощущению мне очень понравилось. Дальше буду также пробовать, потому что с первого раза мало что могу вам сказать. Всем привет! Хотела вас познакомить со своей соседкой. Зовут ее Сари, 38 лет, она из Финляндии. This is my new number. Yes, hello. And sorry, tell us what cycling, what is for you, and why cycling, and when, how you started? Well, cycling is the lifestyle, because I started it almost 30 years ago. I'm 38 years old, so I've done it all my life. And now I want to receive to Olympic Games, mm-hmm. And yes. And after Olympic Games? Mm-hmm. Then after Olympics I must look how is the result. If it's mm-hmm. good, I can continue, but now I have planned that I will continue with the normal life, which is hard. And I have a family, children. Yes, two children. Two children. Yes. And how old? The boy is in next month 8 years. 18. And my daughter is 9 years. And a lot of time of your training, where are you? In the training, in the winter, I'm in Finland. I do skiing a lot, but skiing. Yes. And maybe some training simulation or what? Yes, winter trainer. Winter yes, training. Yes, but then I go also to Spain mm-hmm. for training. You go to Spain alone or with your family? With my family, yes. Yes. Family. And your husband, he's a cyclist? No, he's a mechanical. Mechanical, yeah, yes. Oh, it's important. Yeah, that's really important. Okay, thank you. Team are doing too bad. We have to race six times over here.